День памяти новомучеников и исповедников российских на земле Чувашской просиявших отметили в Чувашии. Центром празднования стал поселок Первомайский Алатырского муниципального округа. Здесь открыли монумент «Свеча памяти». На этой иконе изображены святые, которые были убиты или замучены за свою православную веру в 20 веке. Среди них уроженцы Чувашии или служившие и погибшие на территории республики. В официальном списке 21 святой. В праздник, который установлен в церковном календаре в их честь, православные чувашии собираются в поселке Первомайском Алатырского района. На этом месте было кладбище, на котором хоронили узников исправительно-трудовой колонии. Несколько десятилетий назад здесь не было дороги, а земля была покрыта безымянными холмиками. Последний узник колонии упокоился здесь в 60-е годы. Множество непрославленных святых лежит здесь. Множество страдальцев, осужденных невинно. Значительная часть их – это жертвы гонений на церковь. Гонений, целью которых было уничтожение веры. Русская православная церковь выстояла и до сегодняшнего дня сохранена, она прославляется, она укрепляется, украшается больше и больше венцами святых угодников Божьих. По слову Господа, что церковь, созданная им, никогда до скончания века не будет упразднена. Под открытым небом совершается литургия, главное православное богослужение. Оно соборное. Три архиерея – Чебоксарский, Канашский, Алатырский, 40 священников со всей митрополии, прихожане многих храмов, паломники, родственники тех, кто страдал в Первомайской колонии, обращаются к нашим чувашским святым. Для Бога нет ни живых, ни умерших, но все живы. Вот мы здесь для того, чтобы свидетельствовать и сказать: «Да, они под нами, вот здесь, но мы вместе, это наши сродники, мы их потомки, телесные потомки, духовные потомки». Тех, кто пострадал в этой колонии, давно уже нет в живых, но есть их настоящие потомки. Здесь, в застенках, 76 лет назад родился Валерий Бобков. Мама его была узницей колонии, и свое имя в честь мученика он получил здесь. Вот родила, и батюшка идет. Чего, говорит, грустная такая? Да, говорит, сына родила, не знаю, как назвать. Назови Валерий мучеником. В день чувашских мучеников в поселке Первомайском открыли монумент, который назвали «Свеча памяти». Кусок узкоколейки здесь не случайен. В далекие годы она была единственной связью колонии с внешним миром. Над узкой железкой – ангелы с мученическими венцами для тех, кто пошел на смерть за Христа. В руке, которая протянута из-за решетки – свеча, символ молитвы. На вершине монумента – ангел, символ того, что все мученики у Бога. Зинаида Паршагина, Людмила Каяхова, пресс-служба Чебоксарской епархии.